Здравствуйте, я Оливия Кибер, актриса, каскадер подводных трюков, водолаз 5-го разряда, испытатель стратосферных скафандров, нейробиолог в проекте киберкостюмов для профилактики гипергравитационных нарушений у космонавтов. Образование высшее биологическое, среднее специальное актерское. Письмо Татьяны. Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, по вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали никогда. Когда в надежде я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, и потом все думать об одном, и день и ночь до новой встречи. Но говорят, мы не любим. В глуши, в деревне, все вам скучно, а мы ничем не блестим, хоть вам рады простодушно. Чем вы посетили нас в глуши забытого селения? Я никогда не знала б вас, не знала б горького мучения. Души неопытной волнения. Сберусь со время. Как знать, по сердцу я нашла бы друга. Была бы верная супруга и добродетельная мать. Нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То вышнем суждено совете, то воля неба, я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, так робот ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся, незримо ты мне был уж мил. Твой чудный взор меня томил, в душе твой голос раздавался. Давно? Нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обмлела, запылала и в мыслях молвила: вот он. Неправда ли? Я тебя слыхала. Ты говорил со мной в тиши, когда я бедно помогала или молитву услаждала. Тоску моей души. Ибо это самое откровение. Не ты ли, милое видение, в прозрачной темноте мелькнул, примекнул тихо от изголовья. Не ты ли с отрадой и любовью слова надежды шепнул. Кто ты? Ангел ли хранитель, или коварный искуситель, мои сомнения разреши. Быть может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное. Но так и быть, судьбу мою отныне я тебе вверяю, перед тобою слезы лью, твоей защиту умоляю. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает, и молча гинуть я должна. Я жду тебя единым взором, сам надежды сердца оживи, и сон тяжелый перерви, увы, заслуженный корм. Кончаю. Страшно перечесть. С трудом и страхом умираю. Мне порукой ваша честь, и смело ей себя веряю. Кто куда, что о чем? Я у небов
смотрю на него и хочу на луну. Там пески, холодрянь, что ни встань, что ни взглянь. Там востык горизонтов рваный рань. Там, чтоб выжить, надо б на землю прорыть. Люто день это дня воевать, мастерить. Может, кто-то что скажет, отправит к врачу. Ну, а я все хочу, сильно-сильно хочу. Не случайно в день киберрождения, дивной ночью, скользящей, сонной, я была, так скажем, немного, а она прямо полностью полной. Там развеять космический холод, чтобы он на русалочьей расе играть бесподобное соло на любимом своем.